вас, дорогие красноярцы. Ну вот, как можно не проснуться после таких заряжающих просто звуков и энергичных движений. Сейчас мы прямо сейчас начнем уже танцевать. А Инна Никитина проведет небольшой мастер-класс специально для меня. Привет всем! Если вы хотите начать танцевать трайбл, просто приходите к нам и начинаем вместе с нами. Трайбл – это танец женской силы, женской красоты и женского здоровья. Поехали! Раз, два, три, четыре. Правое бедро наверх, 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 наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Добавляем руку. Рука скользит. Правая по левой. Под низу вводим в сторону. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляем темп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маленькая пауза, да, такая. Да, кисти очень красивые делают, как фламенко. Смесь этническая. Танцевальных направлений. Танцы живота, фламенко, берберские танцы. Всевозможный микс. Истинно женские танцы. С помощью этих движений можно раскрыть себя, да? Раскрываются женщины, да. Расковываются полностью. Наступает равновесие женской энергии во всем теле. И уверенность. Конечно. Ирина, большое. Ну, а я попрошу одну из девушек, это Анна. Сколько она уже занимается трайблом? С апреля месяца. Расскажите, что изменилось, может, в вашей жизни? Ну, я вообще пришла в трайбл, чтобы немножко здоровье свое поправить. Какие изменения? Ну, это изменения в теле, во-первых. Это боли исчезли, и тело более пластичное стало, гибкое. Ну и с тем, как изменилось тело, и отношение вообще к жизни, в принципе, поменялось. Ну, что появилось? Легкость, больше ориентирования на себя. Это как, знаете, как внутренняя медитация такая. А к окружающим поменялось отношение? Ну, к окружающим я так к ним с добром, ну и так еще, как сказать, более так, ну, все свои, что ли. А уверенность у вас, может, появилась? Ну, я как бы была уверена, но... Ну, да, и уверенность, если вот неуверенные женщины, если какие-то есть такие зажимы, да, телесные, то очень рекомендую. Ну, а почему не восточные танцы? Ну, здесь костюм, мне нравится костюм, динамика. Сережки, наверное, очень тяжелые, да? Ну, да, по сравнению с обычными, конечно. Спасибо вам, Анна, большое, успехов вам, развивайтесь. Спасибо. И становитесь профессионалом, прям как Инна. Ну, дорогие друзья, занимайтесь танцами, любите жизнь, и я передаю слово студии, вам слово.